пошел прогуляться немного, посмотреть места, рыбачить можно. В прошлом году вот здесь рыбачил. Воды нету уже. Косу намыло вот. Лед уже обламывает. Рыбачить-то негде сильно. Казарок ловим. Клюнул, да, один. Покажи оснастку свою. А вот это, видишь, у тебя жало торчит. До этого не торчало. Значит, клюнуло, да? Угу. Красненький. А здесь у тебя был этот... А на него поди клюнула? На вот эту. И это лунку присыпать надо. Лунку присыпать надо, Мари. Он сильно боится. Я сейчас туда пойду. На течение хочу. Не страшно без лодки. На течение тоже близко не пробуришься. На течение тоже близко не пробуришь. Там тяга будет. Ставили жерлицы вчера на ночь, оставляли. Вот три сработки. Не сопротивляется. И крюка нету с собой. Угу. Далеко размотала. Сидит. Хорошая? Не знаю. За корягу? Или коряга, или щука. Материться не буду. Не, коряга. Щуки там нету? Там даже живца нету. Ладно, давай следующую. Ну что, ушла под корягу. Размотала это нормально. Сука. Надо было ближе вот тут ставить. Давай вот это. Живой. Привет, живой. Травы много. Пусть еще побегает. Пускай сейчас сразу закинем.
не перекручиваются, сука. Здесь тоже леска на месте. Да. Живец живой. Живец живой. Что получается, живец это сработал. Наджи, какие у нас работки это там. Пошел. Можно было бы на выходных, ты снимаешь? Покажи хорюска своего. Какого? Ты царошка. Жерлицы стоят. Вчера ельчик попадался, блин, весь покусанный был. Щука есть где-то, а не клюнула. Ну вот такая вот оснастка у нас. Простая удочка. Вот такие мормышки. С красным кембриком. Цвета могут быть разные. От красного до белого цвета. Или даже темного. Форма тоже различная. Здесь наживка. Вот, которых ловили под камнями, живут. Ходит на двухвоску, называет казарки их почему-то. Такие вот насекомые, блин. Вот рыбка, которую поймали сегодня.